Молодежная федерация воркаута возрождает бесплатные уличные тренировки в Беларуси. 5 дней в неделю на специальных столичных площадках в Минске собираются десятки любителей этого спорта, и цифра растет с каждым днем. Общение, новое знакомство, советы опытных спортсменов и тренировки на все группы мышц. Главное здесь – дружелюбная и уютная атмосфера. Основная задача – привлечь максимальное количество людей к бесплатным тренировкам. Вот для этого разрабатывается ряд мероприятий, одним из которых является тур по всей Беларуси. Мы готовим тур по 30 наиболее населенным городам Беларуси, где будут проведены презентации, мастер-классы, выступления наших участников, а также будем проводить лекции по здоровому образу жизни. В планах проведения республиканского конкурса инструкторов, а также формирование двух юношеских сборных, которые в дальнейшем представят нашу страну на международной арене. Напомню, воркаут начал развиваться в Европе около 15 лет назад.